Спасибо, Михрибан. Занимаешься бухгалтерией? Угу. Здесь убавишь, а там прибавляется Михрибан. Ну, никак не могу свести баланс. Не знаю, что делать. Не мучай себя так. Все твои тревоги пройдут. Как они пройдут? Я должна Бину, Хакану, тете Нилюфер. Должна за своего птенчика. Не понимаю даже, кому первому отдавать долг. Они все твои друзья и знакомые. Они тебя любят. И знают, в каком ты положении. Ну да. Но это меня только сильнее расстраивает, Михрибан. Они ведь и сами не богаты. Сколько еще можно откладывать? Сколько можно быть у них в долгу? Как бы мне хотелось помочь тебе и дать то, что хочет твое сердце. Но знай, несмотря на все беды, все закончится хорошо. Вопреки всем трудностям, от тебя исходит свет, Шахрезад. Не отчаивайся. Аллах укажет выход. Укажет, думаешь? Угу. Укажет. Я много чего просила у Аллаха, Михрибан. Я его просила совершить чудо, чтобы найти деньги для сына. Он сделал это. Но мне пришлось очень дорого заплатить. Больше я о чудесах просить не буду. Все в порядке, Анурбей? Я думаю, Фирдевс. Я сделал одно предложение. Оно дорого мне обошлось. И теперь я думаю, как это исправить. Это сложно. Очень сложно. Нужно быть смелым. Правда? Я ухожу, Фирдевс.